если бы первую часть запустить и какое-то все остальное, это наши ключевые работы. Согласен. Ну, вот эту вот летнюю площадку можно сделать такой. Я думаю, еще к июню сделаем. Весь район тот же, причухать жилую часть. Инспекция еще не закончилась, сейчас мы будем дальше проезжать. Впечатления о острове, Труханом острове, должны быть у киевлян, когда они приедут на него и скажут, что это действительно остров изменился. Сейчас мы подготовились и реализовываем проект, где киевляне смогут провести время здесь, в центре города Киева, на природе, отдохнуть, зарядиться энергией, заняться спортом, рыбалкой, пожарить в нормальных сезонных условиях, там, шашлыки, барбекю сделать. Для этого есть все условия, но нам необходимо это систематизировать. Вот ключевая задача и оценка не моя, а в первую очередь киевлян будет, насколько это изменится. Поставили перед собой задачу, сейчас в ключе этого приводим остров в порядок, территорию в порядок, даем возможность малому и среднему бизнесу развиваться, даем практически все условия, а также закрепляем за ними социальную ответственность, которую и территорию, которая также будет закреплена за теми предпринимателями, которые берут на себя определенные обязанности.